готовый вариант. Использован поликарбонат толщиной 10 мм. В конструкции имелись приваренные болты. Поликарбонат прикрутили к этим болтам с помощью этих болтов через уголок, чтобы прочнее держалось. По периметру просиликонено, чтобы все было герметично, чтобы здание не теряло тепло. Конек на 200. Снизу затем поликарбонат и сверху прижимной конек. Вот так это все выглядит после, так сказать, реконструкции.